новый влог! Привет, друзья, это Здраво Мало. Мы вновь решили вернуть такую рубрику, как влог. Да, извините, нас долго не было. Нам было, честно говоря, влом, у нас были разногласия. И мы вновь запускаем вложик. В этот раз вложик полностью мой, малого в нем нет, есть только здравый. Начинается он с моей рабочей недели. Я работаю в профсоюзе «Правда». Я нанимался к видеооператору, но сейчас я уже видеооператор, фотограф и многое другое. В общем-то, моя рабочая неделя и моя неделя спорта. Поехали. Да, кстати, малый обязательно вернется в влог. В данный момент он отсутствует, но он обязательно вернется. Привет, друзья! Сегодня суббота. Меня утром занесло по работе на мероприятие, организованное ГИБДД. На самом деле ГИБДД проводит много мероприятий. Не знаю, помогает они кому-нибудь или нет, но их проводят. И сейчас есть небольшие проблемы из-за ветра, потому что все падает. И продолжает падать дальше. ГИБДД сегодня проводит, так сказать, показательные то ли выступления, то ли соревнования совместно с Автоледи, профсоюзом «Правда», где я работаю, собственно. Сейчас девушкам из разных команд предстоит сесть в автотранспортное средство с коробкой передач или с автоматом и проехать некую дорожку испытаний. Кому-то дается это легко, кому-то дается это сложно. Солнце жарит, народ стоит, время идет, работаем. Меня пригнали сфотографировать эту чудесную выставку, которая находится выше, но на нее никто не смотрит, потому что всем на нее пофигу, она висит очень высоко. А так очень рад, что в городе праздник сегодня развивается, много еще интересного. Никогда такого не было. Круто. Ребят, фотосессия на пляже. Огонь! Весело. Народ хочет подраться. Вы все такие нарядные. О, короче, друзья. У меня есть одна чокнутая знакомая. Она организует фотосессии, декор. Вот она собрала нас. И мы сейчас на пляже. Аня, давай, пропиарь себя. Это ты так себя пропиарила? Вон, народ. Народ отдыхает сзади нас. Рожкова уже уставшая. А, Катюха, давай ты хоть за место ребят пропиарь. Пиарщики от бога, я понял. Главное, делают красиво, ребят, обращайтесь. Называется 4, но и правда там трое. Запомнить несложно. Еще один выгул наших свадебных костюмов прошел успешно. Не зря покупали. Не зря покупали, ребят. Просто третий раз свадьба была, фотосессия, но еще вторая фотосессия. Бомба. О, привет, друзья, купился новый велосипед, но редко на нем езжу, наконец-то смог выбраться, сейчас попробую катануть 40 километров, надеюсь, не сдохну. Ездить налегке, как пророчит философия шоссеров, мне не удается, езжу с сумкой, потому что там куча оборудования для работы, надеюсь, не сдохну. Возможно, бы вся поездка далась мне легче, если бы я еще не был аллергиком. Аллергия у меня на цветение пылевых трав, а еду я посреди поля. Угадайте, что будет? Нескончаемый поток сопель. О. Промчал 40 километров. Надеюсь, что запишется трек. Мне велокомп отказал. Телефон отказал. Зашибись. Обида каких мер не знаю. Спорт пиздец. Огонь. Вчера я не катался, так как шел дождь. Сегодня вот мой коуч Андрей сказал, что надо взять еще большую дистанцию. Мы едем на заправку Шебекино. Ждем еще одного участника, надеюсь, он не отвалится, и двинемся в путь. Теперь главное не бросать. Главное больше трения, друзья. А то будете как я. Thank you.
Я к человеку претензий не имею. Все нормально, оба лупились, оба сглупили. Все, удачи вам. Ну, короче, первая авария. Моя первая авария. Вновь шлем уже не забрал. В итоге у меня гнутая педаль, восьмерка на колесе. И не спеша качу на работу. Все мои удовольствия сегодня с утра. В итоге, друзья, после чудесного падения шоковое состояние прошло, и выяснил я, что у меня пальчик-то бубой. Сейчас я еду в травмпункт в надежде, что мне скажут, что это просто ушиб, не перелом, и пройдет это за недельку.